Всім привіт! Ми з України. І таке привітання буде в наступних роликах на цьому каналі. Канал присвячений рукоділлю, але ж з подіями, які зараз відбуваються в нашій країні, інакше і не може бути. Зрозуміло, що тематика каналу, вона якби ніколи не стосувалася якихось подій політичних або суспільних і різних інших. Ну, так сталося, що інакше зараз не можна. Я переходжу на російську мову, щоб було зрозуміло більшій кількості глядачів. Всіх привітаю на моєму каналі. Сьогодні 53-й день войны в нашей стране, в Украине. И я решила прервать это молчание, эту паузу. Наверное, уже пора что-то записать, потому что невозможно молчать в этой ситуации. 53-й день объявленной войны и 8 лет, 9-й год необъявленной войны идет в нашей стране. 24 февраля Россия напала на Украину, и жизнь перевернулась. Не могу спокойно говорить. Сейчас. Но жизнь продолжается, да, надо держать себя в руках, хотя в этой ситуации держать себя в руках очень сложно. Вот, потому что это, ужас, боль, страдания и страх, и все остальное. Ну, не об этом, да, это понятно и так. Вот, в общем, началась война 24 числа. Она началась со взрывов, которые прозвучали, около 5 часов утра. Мы от них проснулись, мы живем в Киеве. И, в принципе, вот так все и началось. Никто в это не верил, понятное дело, но, как бы там ни было, тревожный чемоданчик или рюкзачок мы собрали. Потому что все шло к тому, что будет что-то страшное, и это самое страшное случилось. Вот так с этими тревожными рюкзачками мы и 25 числа уехали из Киева. Сейчас мы уже вернулись, мы уже неделю находимся в Киеве, и как бы, пытаемся вернуться к нормальной жизни. Уехали мы недалеко, всего лишь 150 километров от Киева мы уехали. К родителям мы там провели полтора месяца. Вот, как только появилась возможность вернуться в Киев, мы вернулись. Так что теперь уже буду выпускать ролики и, соответственно, держать вас в курсе всех событий, которые происходят в моей жизни, в жизни, связанной с сегодняшней ситуацией. Так, теперь про нашу жизнь, да, в эвакуации, скажем так. Вот, если бы не было вязания, не знаю, чем бы я занималась, потому что я посвящала этому все свое время. Потому что время в основном оно было свободным, как вы понимаете, между сиренами, между бомбы, ракет там не было, где мы были. Они были в Киеве, да, мы уехали. Но эти ракеты и бомбы летели в Киев. Мы, конечно, за всем этим следили. Причем одна из ракет прилетела в соседний дом. Вот. Так что мы были в курсе. Между сиренами мы, естественно, я занималась какими-то делами и вязала. Время страшное, тяжелое, но в любом случае нужно как-то отвлекаться. Я не буду касаться тем, кто как видит эти события, потому что умные люди все понимают и знают, а тем, кто, назовем их неумными, да, они видят это по-другому, или люди, у которых в голове вата или телевизор, я даже не буду ничего объяснять и пояснять. Уже много кто объяснял и пояснял, и спустя полтора месяца, почти два, события, которые происходят, уже даже самый
извините, тупой человек с ватой в голове мог бы уже, наверное, что-то понять или проанализировать. Но если такие есть, то ну, что тут объяснять? Объяснять тут нечего. Поэтому возвращаюсь я к работе, возвращаюсь я к съемкам видео. Единственное, что, естественно, они будут все немножко с таким соответствующим уклоном, да, соответствующим событиям, которые происходят в моей стране. Каждый день войны приближает нас к победе, а победа будет за нами. Добро победит зло. Так что мы держимся, трымаемся. Я связала там несколько вещичек, я их покажу в следующем видео. Вот. Ну, естественно, что спицы из рук я не выпускаю, продолжаю вязать и буду показывать, что выходит из моих рук, естественно, с описанием, все как обычно. Что касается языка, да, на котором я с вами общалась, общаюсь и сейчас говорю, я буду продолжать записывать видео на русском языке, хотя на ее проблему переключила звук на микрофоне и потеряла мысль. Вернее, потерялся звук. Я записывала видео на русском языке, так и продолжу их записывать. Але нема ніяких проблем спілкуватися українською мовою, тому що на роботі, в быту ми зараз спілкуємося українською мовою. Навіть спілкуємось в месенджерах українською мовою. Тому у мене ніяких проблем з цим. Але ж, що стосується в'язання, тут вся термінологія, вона краще якось, я користуюся як цим термінами, мені краще російською мовою висловлюватися. Поэтому відео я буду записувати на русском языке. В принципі, русский язык мой родной, вот, но это мне не мешает, да, здесь жить, быть. Как сказать правильно, никто меня здесь не ущемляет, не притесняет, потому что я говорю по-русски. Вот. Так что продолжу записывать на русском языке. Вот. Навязала я много уже за это время, за эти 53 дня у меня есть 4 плечевых изделия готовых. Вот. И там еще кое-что я уже начала вязать, уже приехав в Киев. Тому тримаємось. Слава Україні, слава ЗСУ. Все буде Україна.